Так, всем добрый, дамы и господа, с вами Красный Император. Сегодня я играю Super Power 2, очень давно я не снимал, конечно, просто пришел только что после школы и стал снимать. Итак, у нас тут Тибетская империя, тут все. Вот эта часть уже принадлежит Германии, это мне. Итак. Германия тут уже обнаглела аж. Напала на своего союзника. Итальяшу. Полную говняшу. Так, ну еще Болгария регион не потеряла, это хотя бы. Для Болгарии хорошо. Африка почти освобождена. Почти. Тут Японию съели. Холодно будет очень. Так. Хотя зачем это показываю? Вы уже и так это видели, не знаю. Или если смотрели предыдущее видео. Так, ну что ж, сегодня я хочу испытать на своей силе США. У которой, кстати, армии нету, поэтому США это просто живая еда для нас, если можно так выразиться. Вот. Сейчас перемещаем войска сюда. Они что у нас? А нет, почему-то. А, я забыл ускорить. Вот почему они так медленно. А заранее сохранюсь, вдруг что-то не так пойдет. Так. Ой, ебаный, вот чё. Я был прав. Пошло что-то не так. Кстати, надо уже давно было столицу поменять. А то у нас этот город стоит. А давайте Москва поставим, что? Или Москва, да. Москва, а не Москов, тут написано. И у меня мышка ловучая, полная ебучая. Не знаю, что сказать. Москва. Раз, два, три. Рамштайн. Посмотри. А, уже бред пою какой-то. Так. У меня с Канадой плохие отношения, с Союзом, конечно, плохие. И с США плохие. Вот поэтому потемнее мир войну убью. А я и так с миром вражду. Логично. Ладно, я сейчас тогда буду читерить. И вернемся через какое-то время. Точнее, я вернусь. Итак, вот я уже улучшил отношения и решить повторно идти. Итак, я решил посмотреть отношения, и как я понял, то что возможно Великобритания, Канада вступится за США, возможно Германия, Франция тоже. Но у меня с ними отношения лучше, поэтому не знаю, как они себя поведут. Итак. Давайте-ка все. Ой, куда же? Да. Все хуже еще стало. Темнее Гитлер пошел там. Сейчас посмотрим. 41 страна. Вы серьезно что ли? Вы серьезно что ли? Не, так не пойдет. Так не пойдет. Все. Вот так время уже стоит. Давайте с Гитлером отношения поулучшаем. Как он отреагирует? Щек зик кинет такой. А на это зик ханьто. Всякую хуйню несу теперь. Я несу всякую хуйню. Макошка, говнушка. И опять я несу всякую фигню. Антошка, мяняшка, и опять я несу всякую фигню, лю-лю-лю-лю. Так, по-любому мне с Канады войны не избежать, поэтому. О, все, серьезно, что? Теперь у меня все хорошо, осталось только опять отношения подкачать. И тогда противники еще одни не вступятся за США воевать.
Сейчас немного подкачаю отношения. Вот, теперь вроде не должны вступаться за США. Теперь я могу ее свободно, так скажем, оккупировать. Так, одну лишнюю армию сюда, в Аляску пущу. Так, это вот сюда, это вот сюда. Так. Ну, прям Сиэтл мимо прошли, когда World Conflict. Русские брали Сиэтл, и вот мы сейчас просто за Тибет просто их обошли. Просто обошли Сиэтл. Идеально просто. Идеально, идеально, идеально. Так, смотрим. Мы оккупируем США. Лишь бы они по нам не ударили, а то мало не покажется. Так. Сейчас. По-быстрому возьмем США. Да ну издевать, что ли? Так. Давай сразу вот сюда войско в Флориду отправим. Че, не может? Вот, теперь может. Опять мимо пошли. Вы некоторые регионы просто обматываете нафиг просто. Так. Не, лишь бы они по нам реально не ударили. Это не есть хорошо. О, все. О, прям и острова оккупировали, и все. Отлично. Мы захватили Соединенные Штаты Америки. Итак, вот. Тут написано регион, на котором мы взяли, да, под контроль. Отлично. Осталось-то аннексировать. Так, у меня есть сомнение, то, что когда я начну аннексировать, так скажем, за США вступится. Да? Отношение уже минус 100. Сейчас, если они вступятся, конечно, за США, это не есть хорошо. Давайте тогда мы во время аннексии будем качать отношения. Интересно, что будет с Афганистаном, если более-менее хороший. Так, 26, это немного. Так, а все правильно. Я подношался. Так, тут кто с кем воюет? Румыния и Испания. Оба. А, да, тоже. Румыния, Болгария, Испания, что-то там между собой копают. Ух ты. А, это националист испанский. Так. Итак, ну чё ж. Осталось подождать, когда эта аннексия грёбаная пройдет, и все. Так, чё еще хочу? Так, я хочу Германию взять. Сначала Германия пусть аннексит все территории, которые взяла, а потом пойду я. Так. Мод, конечно, не доделан, но зато я с ним играю. Прям реально границу 42 года. А уже лет 60 прошло. Ностальгия уже. По 40-м. Тут Непал еще не добит почему-то. Кто знает, почему не добит еще. Но я потом сделаю. Сучонок. Маленький, мать твою, ублюдок, иди сюда, говно собачье. Так, ладно, подожду тогда,
когда аннексия пройдет, потом продолжим, что дальше делать. Так, вот, уже аннексировали США, интересно, что будет. Ресурсы не увеличились? Или я опять забыл настройки ХДМ сделать? Сейчас гляну. Настройки. Черт! И нафиг это именно сделал. О, господи. Хотя бы ресурсы не упали. Просто. Так. Ребят, я хочу сделать эту серию как финальный. Точнее, следующую серию как финальный. Не думайте, я не то сказал просто. Не слушайте меня. Так, ну что ж. Хотя, ну, я думаю, в следующей части провести стрим. Если хотите стрим, давайте комментируйте, то есть пишите, я хочу стрим, все, в виде стрим, четвертую часть. Если не хотите, посылайте меня нахуй, просто не могу так. Хотя, не знаю, я просто рано приду, то есть по Москве я буду стримить где-то часов 11-12, ну как приду со школы. Ну, просто я на Урале живу. Так, ну что ж. Мне вот этот, очень нравится этот Афганистан. Очень нравится. Вы не думаете, я не пидорас, просто нравится. Ну давайте союз просто заключим и все. Интересно, как афганцы ВВП свое увеличили? Ну, вдвое это точно увеличили. Это точно знаю. Так. Что у нас тут? Пакистан. Ух, ух, ух. Да, Афган у нас богат. Хотя тут, по судя по населению, уже... Да, богат. Индия как... Ух, в Индии хуже обстановка. Так. ВВП очень маленькая, бедность колоссальная, аж 89%. Фашисть Франц. Потом я понял, мне тут писал, что это Франция с режимом Виши. Так, ну ВВП у Франции Виши очень хорошая. У меня тоже очень хороший ВВП. Что у нас у Гитлера? Да, тоже у него все неплохо. У него даже лучше в какой-то степени. Хочу добить этот Советский Союз. Просто видите, тут регионы остались от него. Сейчас. Романия. Романия. Какая романтика, Романия. А потом Михаил Тихонин. Ты дебил! Это Румыния! Так. Хюнграй. Хюнграй. Ненавижу это слово. Хюнграй. Просто Венгрия. Блин, если называется Хюнграй, почему она на русском называется как Венгрия? Если это Хюнграй. Может, я не Хюнгри, а Хюнгри. Ай, пофиг, я ненавижу английский язык. Пофиг, как я его называю. Чё уж. Не пилить, так убивать, чё. Когда я заключил союз с Советским Союзом, я не помню. То бишь, Советский Союз мой союзник? Каким-то боком. Я что-то пропустил? Причем я это сделал? То есть я объявлял англинца. Да, я забыл. Безупречь. Кстати, у меня теперь есть повод напасть на Румынию и Венгрию. Это теперь мои политические противники. Так. Ну что ж.
Я думаю, пока что в этой серии хватит мне уже копаться в дерьме, поэтому давайте-ка. Всем спасибо за просмотр. Лайки не обязательно, нахер мне нужны. Вот, комментируйте, чтобы мои видео попадали в рекомендации. Да, все, всем удачи и всем пока.